В преддверии самого молодого казахстанского праздника Дня Благодарности североказахстанские стражи порядка проводят благотворительные акции. Сотрудники информационно-аналитического центра областного департамента внутренних дел стали донорами. Они пополнили банк крови. А те, кто служит в местной полицейской службе и управлении административной полиции, пришли в гости к воспитанникам Петропавловского детского дома. Для ребят они подготовили угощения и подарки. Я в этом году выпускаюсь и хочу поступить в медколледж, быть медсестрой. К нам сегодня приехали шефы из департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области, «Сладкая сказка», «Богатырский продукт». Я хочу выразить им огромную благодарность за то, что они на протяжении нескольких лет заботятся о нас.